Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновация в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее, комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры. Пожалуйста, поставьте в нашем чате плюсики, если меня слышно и видно хорошо. Сегодня у нас вебинар очень интересный, живой. Первый вебинар по теме открытия представительств. Вот, даже сам немножко волнуюсь, потому что информация будет действительно интересная. И будут вам предложены условия, которых практически нет больше нигде. Ага, слышно, видно меня хорошо, это очень здорово. Я смотрю, и география у нас сегодня достаточно обширная. То есть от восточных регионов нашей страны и вплоть до стран Западной Европы. Вот, поэтому не будем, наверное, затягивать и начнем с вами сразу движение по нашей информации. Итак, речь у нас с вами пойдет о том, что каждый партнер, каждый человек, который зарегистрировал нас на сайте компании Skyway Capital, может открыть региональное представительство. То есть это отличная, замечательная возможность для того, чтобы увеличить свой доход, для того, чтобы, по сути дела, создать свой собственный бизнес и получать гораздо больше денежного вознаграждения еще до того, как компания, группа компаний Skyway выйдет на мировой транспортный рынок, на мировой финансовый рынок. И сегодня мы будем говорить непосредственно по теме открытия официальных представительств компании Skyway Capital в тех регионах, в которых вы работаете. Я уже видел целый ряд вопросов, которые есть в чате. Давайте мы с вами сразу примем информацию в том виде, что на вопросы мы будем отвечать в конце вебинара. Ну и прежде чем начать этот наш вебинар, касаемый непосредственно представительств компании Skyway Capital, хочу вас всех поздравить уже с прошедшими праздниками, которые были. Я думаю, что большинство из вас эти праздники все-таки еще отмечают. И, наверное, с наступающими праздниками, которые будут у нас в конце этой недели. Вот. Это праздники, касаемые победы, да, в Великой Отечественной войне, там, Второй мировой войне и так далее. Я думаю, для многих людей это все-таки праздник является достаточно важным в нашей жизни. Многие еще эту историю помнят. Вот. И поздравляю вас с этими праздниками. И давайте перейдем к нашей теме. Итак, открытие представительств.
То есть каждый из вас действительно может открыть представительство в своем регионе, и дополнительно к тому доходу, который предлагает партнерская программа компании Skyway Capital, я думаю, многие из вас были на наших вебинарах, возможно, смотрели эти вебинары в записи, у вас есть возможность получать еще до 50% от того товарооборота, который вы будете создавать. Вот об этом с вами сейчас мы и будем говорить. Итак, прежде чем говорить непосредственно об открытии самого представительства, давайте кратко с вами рассмотрим, что из себя представляет проект компании Skyway Capital. Я думаю, большинство из вас также знают информацию о том, что компания Skyway Capital является официальным партнером группы компаний Skyway по привлечению инвестиций, инвестиций, которые идут в реализацию проекта Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это проект Skyway, вы знаете, да, то есть и основные инвестиции, которые на сегодняшний день мы привлекаем, идут на строительство экотехнопарка в Беларуси. Опять же, эта информация большинство из вас владеет. Компания Skyway Capital зарегистрирована официально в Великобритании. На данном слайде вы видите регистрационный номер, вы можете его записать, можете его скопировать и просто проверить в официальном реестре зарегистрированных компаний на территории Великобритании, что компания First Skyway Invest Group, это компания Skyway Capital, зарегистрирована на территории Британских островов. Компания Skyway Capital работает по системе краудинвестинга. Опять же, для большинства из вас не секрет, что краудинвестинг называют еще народным инвестированием. И как раз-таки финансирование, те деньги, которые мы получаем при своей деятельности, направляются непосредственно на финансирование строительства экотехнопарка в Беларуси. Это сертификационно-демонстрационный участок, на котором будут предоставлены, точнее, представлены миру еще раз возможности транспорта, который будет создаваться по технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, по струнным технологиям, по технологиям Skyway, то есть небесной дороги. И как раз таки на сегодняшний день все инвестиции, которые привлекает компания Skyway Capital, большинство из них, скажем так, да, идут непосредственно на финансирование проекта создания экотехнопарка. И мы говорим о выводе на мировой транспортный рынок новой транспортной технологии, которая называется Skyway, небесные дороги. Я думаю, мы здесь с вами посмотрим короткий ролик, что из себя представляет технология Skyway, технология Transnet, и дальше с вами будем двигаться по информации, которая дается в нашем вебинаре. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционная транспортная система не оптимальна и не отвечает требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жесткая струнного рельса, по своей сути мостовой вантой. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний запатентованная технология. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах, инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Transnet эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Transnet – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. В ходе нашего вебинара нельзя было не упомянуть непосредственно о технологии компании Skyway, да, о Transnet,
то, что мы выводим на мировой рынок, потому что данная возможность открытия официальных представительств в своих регионах, она предоставляется не только тем людям, которые имеют большой опыт в строительстве партнерских структур, партнерских команд, то есть этих людей мы называем сетевиками, но точно так же данная возможность будет предоставлена и людям из мира бизнеса, которые сегодня могут развивать абсолютно любой бизнес в своем направлении, будь то крупный бизнес, будь то малый бизнес, и они могут рассмотреть эту возможность и открыть официальное представительство компании Skyway Capital в своем городе. Также данной возможностью могут воспользоваться просто люди, которые увидели перспективу развития технологий компании, группы компании Skyway, которые увидели возможность в получении высокого уровня дохода непосредственно в сотрудничестве с компанией Skyway Capital. И в процессе этой работы они сами могут стать лидерами и могут организовать большую партнерскую структуру и начать зарабатывать деньги уже здесь и сейчас. Я думаю, большинство из вас знают, да, что приобретая акции компании, группы компании Skyway, непосредственно через проект компании Skyway Capital, в дальнейшем у вас будет серьезный источник дохода, о котором мы сегодня тоже поговорим. Но зарабатывать деньги вы можете уже сейчас. И при помощи партнерской программы, и опять же при помощи той предоставляемой вам возможности открытия представительств, потому что вы будете получать дополнительные проценты, какие мы сегодня на вебинаре об этом как раз и будем говорить. Итак, действительно, компания Skyway Capital предлагает уникальную возможность, которую на сегодняшний день, по сути, не предлагает ни одна компания из мира MLM, из мира партнерских программ. То есть сегодня мы объявляем о том, что Skyway Capital предлагает открыть франшизу, да, то есть это франчайзинговый бизнес, вы знаете, это бизнес под ключ. То есть каждый из вас сегодня может открыть представительство в своем регионе. Я видел в чате вопросы, во всех ли странах СНГ можно открыть представительство и так далее. Мы говорим даже не о странах СНГ, практически мы говорим о любой стране мира. Вот, то есть представительство можно открыть и в Европе, и на американском континенте, и в азиатском. Как это сделать? Мы обо всем об этом будем с вами говорить сегодня. И, соответственно, любой человек, который открывает представительство, будь то даже тот человек, который сегодня еще не является партнером, но, возможно, присутствует на сегодняшнем вебинаре, потому что, общаясь с людьми, общаясь с нашими партнерами, я сегодня получил информацию о том, что даже простым знакомым, которые еще, скажем так, присматриваются к нашему бизнесу, они давали информацию для того, чтобы люди могли присутствовать на нашем вебинаре и увидеть всю серьезность намерений компании Skyway Capital. То есть, практически, вы знаете, любой клиент, любой акционер становится совладельцем крупнейшей мировой транспортной корпорации в будущем. А в планах Анатолия Эдуардовича и в планах компании, группы компании Skyway это 30-50% всего мирового транспортного рынка. Вот. И сегодня совладельцем данной технологии может стать абсолютно любой человек. Я так предполагаю, что большинство людей, которые на вебинаре, уже являются владельцами какого-либо пакета акций. Но, как я уже говорил, данная возможность предоставляется и просто людям, которые могут сегодня быть на вебинаре, и они еще не являются нашими партнерами либо клиентами. Итак, уникальная возможность – это открытие представительства и совладение новой транспортной технологии. По сути дела, вы становитесь владельцем части нашего предприятия. Итак, какие стартовые возможности компания Skyway Capital предлагает любому человеку, который примет решение открыть официальное представительство в своем регионе? Да? Первое, то есть действительно вам в течение месяца, первого месяца деятельности, для того, чтобы вы смогли быстро, скажем так, делать товарообороты, для того, чтобы вы могли максимально эффективно работать, вам будет оказана полная поддержка, вплоть до приглашения людей, которые есть в вашем окружении, на презентации компании Skyway Capital в вашем офисе. То есть к этому будут подключены специалисты нашего отдела информационной поддержки. У каждого из вас есть какой-то круг знакомых. То есть вы знаете, большинство из вас, опять же, которые наверняка следят за информацией о развитии нашего проекта, что в личном кабинете любого партнера есть такая возможность использовать услуги удаленного колл-центра. Соответственно, в течение короткого вот этого месяца, допустим, да, после того, как вы примете решение, после того, как будут оформлены наши взаимоотношения между компанией Skyway Capital и вами, в течение одного месяца можно очень быстро развить товарооборот, максимально используя ресурсы компании. То есть вам будет представлена максимальная поддержка со стороны компании Skyway Capital, со стороны наших менеджеров, со стороны руководства. То есть мы с удовольствием вам поможем. Было бы только ваше желание двигаться, развиваться и получать источник дохода, увеличенный источник дохода не только по партнерской программе, но также еще и по программе развития представительств. Вам будут предоставлены макеты рекламных материалов. На первом этапе вам эти рекламные материалы могут быть высланы посредством интернета, что-то вы сможете распечатать у себя в городах. Да, вот сзади, например, находится
баннер, то есть макет такого баннера тоже будет выслан вам, то есть компания максимально будет вам оказывать поддержку. Ну, что хотелось бы сказать, те, кто начинает, вы понимаете, да, получают самое сладкое. Сегодня самые выгодные условия будут представлены каждому из вас. Дальше, конечно же, по мере развития нашего проекта будет анализироваться опыт успешно развивающихся представительств, и этот опыт будет озвучен на различных мероприятиях компании Skyway Capital, на региональных, на конференциях, которые могут проводиться в ваших городах, потому что те люди, которые будут открывать представительства, им будет предоставлена возможность организовать мероприятие в своем городе, и представители компании Skyway Capital смогут выехать к вам, провести это мероприятие, если вам это нужно. Конечно же, вам будет оказана помощь в рекламной деятельности, то есть это и онлайн-презентации, то, что мы проводим сейчас, это презентация непосредственно компании Skyway Capital, это презентация маркетинга, это еще целый ряд обучающих мероприятий, то есть вам будет, скажем так, дано обучение касаемо эффективного использования рекламы в интернете, то есть вы знаете такие сервисы, как Яндекс.Директ, Google AdWords, то есть мы, скажем так, опыт успешно продвигающих наших партнеров будем объединять и давать эту информацию всем. Соответственно, вам будет организована даже помощь в организации смс-рассылок, email-рассылок, потому что я знаю, что многие из вас имеют опыт построения сетевых структур, и, возможно, у вас есть какая-то собственная база. Вплоть до того, что вы можете предоставить эту базу нам, и мы организуем смс-рассылки, мы организуем e-mail-рассылки. То есть, ну, об этом уже будут договариваться конкретно с каждым из вас, кто примет решение открывать представительство в своем городе, в своем регионе, в своей стране. На данном слайде вы видите те возможности, которые будут предоставлены для клиентов ваших, да, то есть для людей, которых вы будете привлекать в свой бизнес, для людей, которым вы будете давать информацию непосредственно о развитии проекта группы компании Skyway и компании Skyway Capital в частности. То есть это, опять же, как мы говорили, проведение онлайн-презентаций Skyway, то есть людям будет донесена максимальная информация о тех выгодах, которые они могут получить непосредственно, инвестируя средства в развитие технологии группы компании Skyway, инвестируя средства, время и свою собственную энергию в развитие проекта компании Skyway Capital. Вплоть до того, что каждому клиенту вашему, да, будет осуществлена полная поддержка, вплоть до сопровождения по шагам процесса регистрации, покупки акций. В этом вам здорово могут помочь специалисты нашего отдела информационной поддержки. Я думаю, что наверняка на нашем вебинаре есть люди, которым уже помогали в этом направлении, уже, скажем так, давали информацию людям, зарегистрированным по вашей реферальной ссылке, и наши менеджеры могут квалифицированно донести информацию, помочь людям зарегистрироваться, приобрести пакеты акций, в дальнейшем обеспечивать этих людей все необходимые информации о развитии нашего проекта, о мероприятиях, которые будут проходить в живом формате, то есть вживую, да, это могут быть презентации в вашем городе, это презентация непосредственно у нас в городе Москве, которые вот в ближайшее время будут возобновлены. То есть вся необходимая информация, которая будет нужна людям, которая будет нужна вам, как руководителю представительства, будет доводиться вовремя, и вы будете этой информацией владеть. И, соответственно, каждый клиент будет обеспечен вот тем самым информационным китом, либо пакетом информационным. Да? Это персональный менеджер, а вы знаете, в нашей компании давно принято такое решение. Я думаю, многие из вас уже сталкивались с тем, что звонят персональный менеджер, дают информацию о свежих новостях, о развитии нашего проекта и также осуществляют всяческую поддержку. Дальше это поддержка бесплатной горячей линии. И я думаю, большинство из вас уже знают, да, что у нас есть техническая поддержка, которая фактически круглосуточно решает проблемы людей, отвечает на какие-то вопросы, которые возникают и так далее. Ну и полная информационная поддержка в плане рассылки касаемых новостей, касаемо непосредственно развития проекта группы компании Skyway и проекта компании Skyway Capital. Опять же, какие возможности предоставляет компания в целом, не только тем людям, которые руководят представительствами, да, не только теми людьми, которые строят большие структуры, то есть это все, что предоставляется абсолютно любому человеку, который может стать инвестором, акционером, партнером. То есть любой из вас может приобрести акции на сегодняшний день с выгодным дисконтом, то есть до 500 раз дешевле, чем они будут в 2017 году. Вы знаете, да, это тот срок, то время, к которому компания планирует выйти на мировые финансовые рынки, и когда номинал одной акции будет 1 фунт стерлинг. На сегодняшний день, любой человек может приобрести пакеты по выгодному дисконту вплоть до 500 раз дешевле. Да? И в дальнейшем капитализация этих пакетов будет составлять не то, что 1000%, которое здесь показано, а десятки тысяч процентов,
по отношению к тем деньгам, которые вы сегодня можете инвестировать в наш проект. Вы станете владельцем интеллектуальной собственности, а вы знаете, что интеллектуальная собственность Анатолия Эдуардовича Юницкого, и на основании которой, скажем так, уставной капитал, да, корневой компании оценен в 400 миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки. Вот. В дальнейшем вы сможете получать каждый партнер, каждый акционер и, конечно же, каждый руководитель представительства, это пожизненные дивиденды. Да, с реализации, со строительства, скажем, каждого километра дорог, а таких проектов на сегодняшний день уже запланировано не один десяток, да, то есть будет идти прибыль. И вот с этой прибыли вы будете получать пожизненные дивиденды. Эти дивиденды сможете получать вы, и вы сможете даже этот бизнес передать по наследству, чтобы потом в дальнейшем ваши потомки, а вы знаете, в планах Анатолия Эдуардовича он озвучил, что данные дороги, которые будут строиться по технологии Skyway, будут приносить прибыль в ближайшие 100 лет. И, по сути дела, вы становитесь, как здесь отмечено на слайде, совладельцем крупной мировой корпорации. Корпорации, которая будет не менее известна, чем такие, как компании как Google, Apple. Да, это то, что у нас сегодня с вами на слуху. Опять же, я люблю задавать вопрос людям, непосредственно проводя презентации. Скажите, вот мир интернета, да, то есть информационные технологии, компьютеры, все вошло в нашу с вами жизнь. То есть многие люди не представляют себе своей жизни без интернета, без того, чтобы каждый день не выйти в какую-нибудь социальную сеть и так далее. И многие считают это очень важным. Но транспорт, я считаю, не менее важен в жизни каждого из нас. И 90% людей, проживающих на территории всего земного шара, в большей-меньшей степени зависит от транспорта. Кто-то каждый день соприкасается, кто-то, например, раз в неделю, кто-то раз в месяц. И транспорт, он будет нужен всегда. И как раз-таки технологии группы компании Skyway – это развитие транспортной отрасли, это новая транспортная технология. Соответственно, перспективы развития, перспективы получения дохода, да, от новой развивающейся транспортной технологии, они даже выше, чем у компаний, которые на сегодняшний день получают серьезные доходы в сфере IT-технологий. Такие, как Apple. Да, Apple, вы знаете, занимает первое место в списке 500 самых крупных компаний. Итак, переходим непосредственно к представительствам, да, то есть, что вы можете получать, что нужно сделать для того, чтобы открыть официальное представительство. Но здесь я хочу сразу сделать небольшой акцент вот на чем. То есть, у нас есть две возможности, да, то есть, вы можете открыть официальное представительство, то есть, и мы сейчас как раз-таки на этом слайде озвучим, что для этого нужно сделать, но вы можете при всем при том быть официальным представителем. То есть условия, которые необходимо выполнять, скажем так, официального представителя, они немного мягче. То есть мы будем с вами говорить на дальнейших слайдах, скажем, что необходимо проделать, какой объем, скажем, инвестиций необходимо привлечь в наш проект. Да? Для людей, которые будут представителями нашей компании, эти условия мягче, потому что сроки, скажем так, в два раза увеличены. То есть, если, например, представителям, тем людям, которые открывают представительство, необходимо будет выполнять определенный объем в течение месяца, то, например, для представителя в регионе тот же самый объем необходимо будет делать в течение двух месяцев. Итак, давайте с вами рассмотрим те пять шагов, которые нужно будет сделать, чтобы открыть представительство в своем регионе. Первое. То есть вам нужно быть зарегистрированным либо как юридическому лицу, вы видите здесь ООО, да, либо как индивидуальному предпринимателю, частному предпринимателю. То есть в разных странах это звучит по-разному. Но то есть вы тогда сможете открыть официальное представительство. То есть с вами будет заключен договор. Договор о сотрудничестве, да, то есть предварительно вам нужно будет пройти модерацию. То есть сегодня вот у нас вебинар, на котором мы даем общую информацию. После этого я дам ссылочку на лендинг. Вы перейдете по этой ссылке и сможете, скажем, оставить свои данные. С вами свяжутся, и с каждым из вас отдельно будет проведен разговор. То есть вы пройдете модерацию, насколько вы владеете информацией о развитии нашего проекта. И после того, как вы пройдете ту самую модерацию, с вами будет заключен договор. То есть по мере своей деятельности с людьми, с которыми вы будете сотрудничать, вы тоже будете заключать договора, то, что вы будете официально представлять перед ними услуги непосредственно компании Skyway Capital. Я думаю, что большинство из вас понимает, что непосредственно продажи акций вам заниматься не придется. Но здесь сразу же хочу сказать, что в ближайшее время будет у нас подключена услуга покупки карт, да, клубных карт компании Skyway Capital. Это то, что мы озвучили на презентации. Клубные карты будут различного номинала, и этот номинал будет соответствовать тем самым пакетам акций, которые находятся в личном кабинете каждого инвестора, в личном кабинете каждого акционера. И вот как раз таки с клубными картами очень честно, очень тесно будет, скажем так, взаимодействовать непосредственно те люди, которые будут открывать представительство.
Но клубные карты будут также доступны просто людям, которые смогут благодаря этим клубным картам покупать какие-либо пакеты акций. Вы знаете, что существуют определенные проблемы, да, по переводу денежных средств целого ряда регионов мира, чтобы приобрести наши пакеты. И вот как раз-таки введение клубных карт данную проблему фактически разрешит на 100%. То есть эти клубные карты вы сможете приобретать на сайте интернет-магазина. Также на этом сайте интернет-магазина будет размещен целый ряд товаров, которые вы сможете купить, целый ряд атрибутики, да, то есть там все, что связано с развитием проекта группы компаний Skyway и Skyway Capital. И одним из товаров в этом интернет-магазине будет клубная карта. То есть человек, по вашей рекомендации, он может прийти непосредственно к вам в офис, вы ему можете дать информацию, и он принимает решение стать партнером, да, вы можете тут же его зарегистрировать, и он может приобрести клубную карту. И в дальнейшем при покупке пакетов акций будет предоставлена такая возможность в личном кабинете, он просто будет указывать номер карты, которую он уже оплатил, и таким образом этот номер карты учитывается, и человек становится владельцем какого-либо пакета акций. Очень важный момент, на котором, наверное, стоит заострить внимание, что так как у нас инвесторы со всего мира, да, в нашей компании находятся, соответственно, будет подключено максимальное количество платежных систем, благодаря которым вы можете осуществлять покупки в интернете. То есть вот вы живете, например, в какой-нибудь в стране, например, в Германии, в Голландии, там, в России или где-то еще, благодаря целому ряду платежных систем вы можете осуществлять покупки в каких-либо интернет-магазинах. Соответственно, благодаря тем же платежным системам вы сможете покупать товары на сайте нашего интернет-магазина, и одним из товаров будет эта клубная карта. А в дальнейшем просто после регистрации вашей на сайте вы можете эту клубную карту, указывая номер, просто рассчитаться и приобрести какой-то пакет акций, что значительно упростит приобретение пакетов акций нашими клиентами, акционерами и инвесторами. Это очень важный момент. Карты будут различных номиналов, то есть у нас будет 4 вида карт. Это бронзы, что будет соответствовать нескольким пакетам минимальным, да, которые находятся в нашем личном кабинете. Серебряная карта, золотая карта и платиновая карта. Скажем так, те люди, которые станут владельцами данных карт, в дальнейшем они будут иметь целый ряд, скажем, преимуществ. У них будет целый ряд преимуществ, предоставленных компанией Skyway Capital, как в развитии бизнеса, так, скажем так, и работе с информацией и так далее, и так далее. То есть не могу сказать, что это будет там очень привилегированные какие-то акции, но тем не менее все, кто будут становиться владельцами карт, они становятся членами того самого клуба Skyway Capital, о котором мы говорили последние 2 месяца после старта нашей компании. То есть люди, которые откроют свои представительства, они тоже будут иметь отношение к этим картам, и как раз таки в личном кабинете тем, кто откроет представительство, будет добавлен функционал, по которому будет контролироваться, какой объем каких пакетов вы реализовали, в соответствии, скажем так, будет высчитываться ваш процент, это все будет в дальнейшем автоматическом режиме, и немножко дальше в нашей презентации мы об этом поговорим. Итак, вы заключаете договор сотрудничества непосредственно с компанией Skyway Capital, а с людьми, которые будут приходить в ваш офис, у вас будет свой отдельный договор, в котором вы просто будет озвучен то, что вы, скажем так, предоставляете им услуги компании Skyway Capital. Дальше, третий важный шаг. Если мы говорим о представительстве, да, и это помещение, в котором вы будете работать. Очень важное требование к этому помещению, чтобы там была и переговорная комната, в которой могут, знаете, да, как в большинстве компаний, которые работают по партнерским программам, комната переговорная, можно назвать так, куда приходят люди, где им дается информация в течение всего рабочего дня, но также у вас должен быть либо отдельный зал, это приветствуется, кстати, компанией, чтобы непосредственно в вашем офисе было отдельное помещение, в котором вы можете проводить презентации нашего проекта. О количестве презентаций в неделю, одно из условий, да, открытия представительства, будет оговорено непосредственно в договоре. То есть мы с вами тоже об этом подробнее уже поговорим непосредственно с отдельно взятым потенциальным нашим партнером, кто будет открывать представительство. Конечно же, чтобы в офисе интерьер соответствовал ведению бизнеса с компанией Skyway Capital. То есть необходимое оборудование, то есть чтобы у вас там был компьютер, чтобы у вас, возможно, если уже есть проектор, например, да, чтобы там был экран, и вы могли через проектор вести презентации, давать людям информацию. Возможно, это может быть какая-то плазма-панель, на которой будет даваться эта информация, чтобы люди могли видеть и, скажем так, эту информацию разбираться в ней и так далее. То есть это то, что необходимо. Очень важный момент, чтобы в этом офисе, в котором вы будете работать, не было никаких других лишних материалов.
рекламных, касаемо развития других проектов, да, потому что я знаю, что многие люди, которые стали инвесторами в нашей компании, они еще зарабатывают деньги в каких-либо других, либо сетевых проектах, либо в каких-то других видах бизнеса. То есть это очень важно. Конечно же, помещение будет стоить денег, но мы сейчас с вами будем говорить о тех доходах, которые вы сможете получать. И вы знаете, у вас может эта ситуация дойти до такого состояния, что вы даже сможете с тех денег, которые будете получать за то, что у вас есть представительство, нанять даже наемных работников, которые будут осуществлять целый ряд функций, то есть офис-менеджеров. Они смогут там либо давать информацию, либо заниматься рекламой, либо чем-то еще, да, может быть привратниками в ваш офис, там охрана, если это нужно будет. Но опять же, исходить из того, что на что потратить, вы будете сами принимать решение. По сути дела, вам дают действительно готовый бизнес по ключ, и когда вы посмотрите, какие проценты, какие деньги вы сможете здесь зарабатывать, помимо того, что вы зарабатываете в партнерской программе, эти вопросы могут отпасть. Именно по стоимости, да, того помещения. Конечно, вам не нужно снимать, наверное, каких-нибудь, да, в центре города, в самой крутой гостинице и так далее. И, в принципе, бизнес любой, он развивается в процессе. То есть вы можете сначала себе арендовать приличное помещение, в котором вам удобно работать на сегодняшний момент. У вас может быть небольшое количество партнеров на сегодня. Но по мере развития вашего бизнеса, по мере увеличения вашего товарооборота, вы просто сможете арендовать гораздо более крупное помещение, да? Более солидное, больше, скажем так, ближе к центру города там, и так далее. И так далее. Вот. И пятое условие после того, как интерьер оборудовать. Да, как мы говорили, вам будет осуществлена максимальная поддержка. Вот. Вам будет предоставлен рекламный материал. На первом этапе, скажем так, вам будет дана максимальная информация через интернет, что-то вы сможете распечатать сами. В дальнейшем компания Skyway Capital будет выпускать свои рекламные материалы и будут решены вопросы по доставке этих материалов вам. То есть главное, чтобы вы приступили к деятельности, как мы говорили. Опять же, сделаю акцент, что те, кто примут решение на данном этапе начать сотрудничество по направлению открытия представительства, действительно тем достанутся самые сладкие кусочки. В каком смысле? В том, что вот в вашем регионе вы первые открыли свое представительство, и в дальнейшем могут открываться представительства, скажем так, от других людей. Но вам возможно сделать так, что вы были первые, вы стали первые создавать товарооборот, ваш товарооборот больше, у вас будет главное представительство компании Skyway Capital в вашем регионе. Итак, какие составляющие дохода у вас есть, то есть то, что вы сможете получать, какую уникальную возможность вы получаете на сегодняшний день в руки. Первое, начисление по партнерской программе. Я думаю, большинство из вас знакомы с ними. Да, те проценты, которые у нас есть, до 26% по маркетинг-плану, по партнерской программе компании Skyway Capital, вы можете получать уже сегодня. Плюс ко всему к этому, до 50% от продажи каждого пакета акций. Да. Есть небольшая градация, то есть пакеты, которые включают в себя меньшее количество акций, там больше процентов вы получаете. Пакеты, которые включают в себя большее количество акций, пакет меньше. И об этом, обо всем вы сможете подробно познакомиться в примерах, которые разобраны на лендинге, да, то есть вы потом пройдете по ссылочке, которую я вам дам. То есть до 50% оборота продаж вашего представительства вы можете получать дополнительно к тем деньгам, которые вам выделяются по партнерской программе. И в дальнейшем у компании Skyway Capital будет разработана и утверждена мотивационная программа, по которой лучшие представительства, да, которые привлекают максимальный объем, будут получать еще дополнительные бонусы за лучшие результаты, показанные в своей деятельности. Это то, что будет предоставлено непосредственно каждому нашему партнеру, кто будет открывать представительства в своих регионах. Итак, на данном слайде вы можете посмотреть примеры, да, составляющих дохода, которые вы можете которую вы можете иметь при открытии представительства в своем регионе. То есть у нас есть четкие оговоренные объемы, которые необходимо выполнять для того, чтобы получать проценты, о которых я говорил. От 3 до 50% это вы можете получать с продажи каждого пакета. Опять же, подробнее, как я уже говорил, вы сможете с этой информацией ознакомиться на лендинге. Мы это подробнее обговорим непосредственно в личной беседе с каждым из вас. Но здесь просто разобрали для примера те случаи, когда вы осуществляете ваше представительство одну продажу в день, две продажи, три и пять продаж в день. Да? У нас есть границы, либо там, как это можно назвать, то есть 4 уровня, и привязаны эти уровни к количеству проданных вами акций. То есть первый уровень, который необходимо вам достичь при работе вашего представительства, он в себя включает 210 тысяч акций. Ну, давайте поговорим об этом. 210 тысяч акций – это где-то цена, это 1000 фунтов. Скажите, пожалуйста, если вы запланировали построить серьезный бизнес, если вы планируете открыть
представительств в своем регионе. Неужели вы будете делать товарооборот, который приравнен всего 1000 фунтам? Я думаю, вы сделаете гораздо больше. 1000 фунтов, как я сказал, это 210 тысяч акций. Если вы делаете такой товарооборот, 210 тысяч акций за месяц, да, соответственно, ваш доход вместе с доходом по партнерской программе, а специалисты, наши бизнес-аналитики, которые работают в нашей компании, взяли в среднем, что вы будете от партнерской программы получать 15%, да, вот, от партнерской программы, а все остальное вам будет идти от представительства, то при одной продаже в день ваш доход составит 514 фунтов с небольшим. Ну, в принципе, это не так много. Это 38, в рублях, если это называть сумму, да, это 38,5 тысяч рублей. Следующий порог, следующий, скажем, уровень, да, который вы можете преодолеть, тот объем товарооборота, который вы можете создать, из себя представляет количество акций 460 тысяч акций в месяц. Вот. Как только вы преодолеваете данный рубеж, соответственно, у вас меняются те проценты, которые вы получаете от каждого проданного пакета акций, начиная там от 10 фунтов. И максимальный, кстати, пакет акций, который вы можете реализовать благодаря клубным картам, да, это 2000 фунтов стоит. Если люди у вас будут приобретать пакеты акций, к вам может прийти человек, я думаю, вы знаете, да, были такие у нас ситуации, когда люди покупали акции на 5000 фунтов и более, на 10 тысяч фунтов. То есть у вас один человек может прийти, купить вашим через вас непосредственно акции на 10 тысяч фунтов, соответственно, вы закроете и сразу же перейдете четвертый рубеж, который у нас установлен, да, то есть типа, тот пакет, в котором у вас будет максимальное отчисление от каждого проданного пакета акций, то данные продажи тоже будут учитываться через личный кабинет, то есть все это будет, скажем так, четко контролироваться со стороны компании, и у вас будет предоставленный сервис в личном кабинете, где вы сами сможете отслеживать свой товарооборот, который будете создавать после открытия своего собственного представительства. Итак, если вы будете делать две продажи в день, да, причем разных пакетов. Примеры, как я говорил, они разобраны на лендинге. То есть там у вас могут быть 10-фунтовые пакеты, 30-фунтовые пакеты, 100-фунтовые и так далее. Да, то есть до 2000 фунтов. То есть две продажи в день обеспечат вам доход уже в 1226 фунтов. Это порядка 90 с лишним тысяч рублей. Вы все это видите на слайде. Если вы будете осуществлять 3 продажи в день, да, то ваш доход уже будет составлять 3822 фунта стерлинга. А это уже совершенно другой уровень, да, и как раз-таки третий уровень, третий порог, который нужно превзойти для того, чтобы получать проценты, да, все более, ну, максимальный процент на тот момент, это преодолеть рубеж в продажу 1 миллиона 700 тысяч акций. Опять же, если вы нацелены на серьезный бизнес, да, если вы серьезно будете проводить эту работу, то вы это сделаете, и ваш доход уже составит 286 тысяч рублей. Это уже сумма совершенно другая. Как я говорил, в эту сумму входит 15% в среднем, да, от дохода вашей структуры. И последний, самый максимальный пакет, точнее максимальный уровень, которого вы можете достичь, он превышает у нас, он начинается от 3 миллионов 600 тысяч акций. Вы сможете получать максимальные проценты от каждого проданного пакета, который будет проходить через ваше представительство. И здесь ваш доход уже будет составлять более 9500 фунтов стерлингов. Ну, вы понимаете, это очень серьезный доход. Начиная, скажем так, с третьего уровня и четвертого уровня, это тот момент, когда вы можете, как я говорил, нанимать и людей, которые будут просто работать на вас, как на предпринимателя. То есть у вас будут наемные работники, которые будут осуществлять какую-то работу непосредственно в вашем офисе. Какая раскладка, откуда берутся такие цифры, как я уже говорил, вы сможете посмотреть на лендинге, ссылку на которую я вам дам в конце нашего сегодняшнего вебинара. То есть доходы, которые вы можете получать, я вам озвучил. Опять же, какие преимущества, которые предлагает на сегодняшний день компания Skyway Capital любому человеку, кто уже является партнером, либо планирует им стать, либо станет им в будущем, да, когда вы донесете ему такую информацию, решит открыть представительство. Вы знаете, преимущества действительно уникальные. И первый из них, на котором я очень хочу сделать акцент, то, что вам нет никакой необходимости заранее закупать какие-то большие объемы, чтобы потом их реализовывать. То есть вы можете продавать акции в режиме реального времени, к вам пришли люди, вы им дали информацию, они приняли решение приобрести какой-либо пакет акций, вы можете прямо с ними сесть за компьютер, а компьютер будет, как я говорил, одним из видов оборудования, которое необходимо иметь в офисе, да, то есть вы оформляете, например, какую-то клубную карту,
там, будь то на 350 фунтов, на 550 фунтов, на 1000 фунтов, например, да, и этот вот товарооборот будет вам учтен. То есть вам не нужно заранее закупать огромное количество, вы знаете, да, те люди, которые владеют представительствами в целом ряде компаний мира MLM, они заранее оплачивают компании какой-то объем товара, этот товар привозится к ним на склад, и в дальнейшем эти люди начинают этот товар реализовывать, что приводит иногда к не очень приятным моментам, о которых мы с вами тоже будем говорить на этом слайде, к демпингу там и так далее, так далее, так далее. То есть первое очень важное – выгодные условия без каких-то предварительных первоначальных закупок. То есть вы будете нарабатывать свой товарооборот в режиме реального времени, и очень важный момент, о котором я, наверное, не сказал на предыдущем слайде, то есть вы можете выполнить условия по первому пакету, когда у вас будут определенные скидки, да, точнее не скидки, когда у вас будет вознаграждение за вашу деятельность как представителя, то есть первый, за 3 дня. Вы перешагиваете этот порог, вы перешагиваете через 5-7-10 дней второй порог, соответственно, все пакеты, которые вы продали до того, будут пересчитаны, и за каждый пакет, который вы продали, вам будет выплачен тот процент, который вы уже соответствует второму пакету. Если вы в течение месяца успели, скажем так, и создали товарооборот с нашей помощью, а действительно мы будем максимально оказывать поддержку, отдел информационной поддержки, наши менеджеры, рекламные материалы, новости все и так далее, да, потому что мы начинаем, и мы сейчас максимально хотим создать для вас комфортные условия, выгодные условия, потому что в дальнейшем эти условия могут поменяться. То есть когда будет больше товарооборот и так далее, но вы начинаете, вам, как говорится, и карты в руки. Так вот, вы вышли на уровень третьего пакета, соответственно, все пакеты в течение месяца вы успели это сделать, все проданные вами пакеты акций пересчитываются уже в процентном соотношении, который соответствует третьему пакету, да, как представителю. Соответственно, в личном кабинете вы все это увидите, какой доход вы сможете получить. Вот это очень важный момент, то, что вам не нужно заранее что-то выкупать. И второе, что если вы выходите по накоплению к большему и большему пакету, которые есть у нас, да, вот эти 4 пакета, 210 тысяч акций проданных, 460 тысяч акций проданных, 1 700 000, 3 миллиона 600 000, соответственно, вам проданные пакеты будут пересчитываться по большему проценту, что будет соответствовать вашему пакету как представителю. Дальше, действительно, от момента принятия решения открыть собственное представительство пройдет всего несколько дней, и мы будем создавать максимально комфортные условия, чтобы вы максимально быстро смогли приступить к работе. Дальше. Персональный подход к вашим личным потребностям. Вплоть до того, что мы с вами будем созваниваться, у нас с вами будет постоянная связь, вплоть до того, что мы сможем непосредственно для вашего региона, для вашего города в удобное время проводить, например, вебинары, которые вас интересуют, да, обучение, которое вам необходимо. Конечно же, это будет обсуждаться заранее. То есть нельзя будет сделать так, что вы позвонили в воскресенье утром и будете говорить, что вот у нас сегодня в 3 часа нужен вебинар. Вот. Но вплоть до того, что для отдельно каждого человека, да, точнее для отдельно каждого города мы сможем проводить в удобное для вас время, и обучающие мероприятия, презентационные мероприятия, обучение людей маркетингу и так далее. Опять же, вот я знаю, что многие из вас говорили о том, что необходимо разместить целый ряд видеоуроков о том, как пользоваться сервисом и так далее. В ближайшее время, я думаю, мы все это реализуем, эту информацию максимально вам предоставим. То есть с каждым из вас, с каждым из тех людей, которые примут решение открыть представительство, будет работать персональный менеджер. То есть мы все четко будем отслеживать эту информацию и максимально быстро доводить до вас те новости, которые будут, и, скажем так, те чаяния, те проблемы, которые у вас будут возникать, мы будем максимально быстро решать. Окупаемость. Действительно, вот как написал Александр, что для того, чтобы открыть представительство, действительно там нужно потратить какое-то количество денежных средств. Я знаю, что снятие помещений в разных городах, в зависимости от их размера, от количества людей, которые проживают, будет стоить разных денег. Но вы видели пакеты, и вы видели те вознаграждения, которые вы сможете получать. Действительно, в течение месяца вы можете с лихвой купить свои расходы и выйти на уровень прибыли. Как я уже говорил, вы будете получать максимально быстро отчет, да, в личном кабинете вот будет у каждого человека, кто откроет свое официальное представительство, реализован сервис, в котором вы будете видеть каждую продажу, которая вами осуществлена, соответственно, вы сможете уже и сами видеть расчет комиссионных, которые вы сможете получить в конце месяца по вашей осуществляемой деятельности. И очень важный момент, на который хочу обратить внимание каждого из вас, как здесь написано, да, то есть по отношению к демпингу политика. Компания будет строго контролировать ценовую политику. То есть за рамки минимальной стоимости никому из представителей выходить
не будет позволено. Это будет четко отслеживаться, то есть вы будете, как мы говорили, вы получаете франшизу. Да, вот вы знаете, что есть, например, франшиза «Макдональдс». Да? Она из себя представляет определенный набор требований, то есть там определенного размера помещения. То есть люди, которые работают в «Макдональдсе», нажимают на кнопки, они говорят определенный набор фраз, у них определенного цвета столы там, и так далее, так далее, так далее. И ничего владелец этого ресторана не имеет права менять. Вот. Да, вы получаете свой собственный бизнес, вы получаете возможность получать очень серьезный уровень дохода, да? Серьезные проценты за то, что вы будете привлекать инвестиции в развитие проекта Skyway Capital и непосредственно группы компании Skyway. Но демпинговать, как я уже говорил, это часто происходит, кто-то купил там оптом дешевле, да, и у него не получается продать, он начинает сбивать цену и так далее. Здесь не будет позволено никому. Если хоть кто-то будет увлечен в том, что он будет каким-то образом приобрел сам лично какие-то клубные карты, попытаться их продавать дешевле, это наказуемо в каком виде? Договор с вами разрывается, и вы больше никогда не сможете стать представителем и не сможете получать эти проценты. То есть цены у нас на продажу пакетов на клубные карты будут одинаковы в Владивостоке, в Москве, в Берлине, в Лиссабоне, в Буэнос-Айресе, вот, там, я не знаю, на островах Зеленого мыса и так далее, и так далее. То есть у нас цены будут одинаковые. Это очень важно. Прошу зарубить это себе на носу. И что хотелось бы еще отметить, то есть в итоговый результат, да, что вы получаете? В целом, итоговый, как мы уже сказали, франшизу, готовый бизнес под ключ. То есть вы, по сути дела, открываете представительство, у вас, вы становитесь руководителем своей собственной компании, своей собственной фирмы, как угодно это назовите, да. У вас будет личный кабинет, у вас будет сервис, которым вы будете видеть всю свою деятельность, все те проценты, которые вы можете заработать, да, весь товарооборот, который в нем будет осуществлен. Очень важный момент, на который следует обратить внимание, я думаю, в первую очередь, конечно, те люди, которые захотят организовать мероприятие компании в своем городе, как раз-таки будут теми людьми, которые открыли официальное представительство в своем регионе. То есть каждому представительству, каждому представителю нашей компании будет предоставлена возможность организовать мероприятие, то есть организацией, конечно, будете заниматься вы с помощью нашей компании, с помощью руководства нашей компании, с помощью наших менеджеров, да, но у вас будет возможность, если вы организуете данное предприятие, соответственно, представители компании Skyway Capital приедут в ваш регион и проведут презентацию, ознакомят людей с данной информацией. И, как я уже говорил, в первую очередь, конечно же, это будут те люди, данная возможность предоставлена тем людям, которые откроют свое представительство. Лидерские бонусы. Как мы уже говорили, тем людям, которые будут успешно развивать наш бизнес, те представительства, которые будут наиболее успешные, да, они смогут получать еще и дополнительные бонусы от компании Skyway Capital. Постоянно растущий доход, как по партнерской программе, так и непосредственно по тематике развития представительства. И, конечно же, это наша команда информационной поддержки, профессиональная команда, которая в течение 24 часов в сутки будет осуществлять максимальную поддержку каждому человеку, как клиенту, так и, конечно же, человеку, который взял на себя труд, взял на себя обязательство открыть представительство компании Skyway Capital в своем регионе. Как я уже говорил, да, мы сегодня заинтересованы в тех людях, которые очень серьезно относятся к тому, чтобы развивать бизнес компании Skyway Capital. Поэтому компания Skyway Capital идет на максимальную поддержку такого любого человека, неважно, в какой стране вы проживаете. И наверняка вот уже по окончанию нашего вебинара, в принципе, вот это та информация, которую я хотел дать, у вас возникает вопрос, да, вот там проценты, которые мы выплачиваем, от 3 до 50%, да, какие же деньги идут непосредственно в основную технологию и откуда берутся такие проценты и так далее. Как мы говорили, компания Skyway Capital, она является официальным партнером группы компании Skyway. Она приобретает, ну, скажем так, большой либо огромный пакет акций, и дисконт, соответственно, у компании Skyway Capital, он заведомо больше, чем тот дисконт, который есть в личном кабинете каждого из нас. И, по сути дела, те проценты, которые мы выплачиваем нашим партнерам, кто будет открывать представительство, это часть дохода непосредственно компании Skyway Capital. То есть средства, которые шли в развитие оснологии, они как шли, так и будут идти. Но это как, вы знаете, да, движение товара, например, на розничный рынок. То есть есть крупная оптовая база, которая по минимальным ценам покупает большую партию товара. После этой крупной оптовой базы идут люди, которые называются оптовиками, просто, да, там, региональные представители. Как раз эти представители будут те люди, которые будут открывать представительства. У них есть своя выгода, но здесь очень важный момент. Вы будете продавать пакеты по тем ценам, которые устанавливаем мы,
Да? А компания Skyway Capital из своей прибыли будет выплачивать вам вот тот процент от 3 до 50%, как я вам уже говорил, в зависимости от созданного вами товарооборота. Вот. Так что переживать, какие деньги будут идти, откуда берутся такие проценты, вам не стоит. То есть пример, как я вам сказал, движение товара от производителя, да, от крупного оптовика к розничному потребителю, он примерно так же выглядит непосредственно в проекте Skyway Capital. То есть Skyway Capital покупает большой пакет акций по заведомо ниже цене, по которой реализуются акции непосредственно в проекте Skyway Capital, и от своей прибыли она вознаграждает тех людей, кто открывает свои представительства. Итак, это первая презентация, которая касается непосредственно тематики открытия представительств в регионах. Да? Как я уже говорил, мы также заинтересованы в тех людях, которые будут являться представителями. То есть это те люди, которые не будут открывать, скажем так, они не будут являться индивидуальными предпринимателями, частными предпринимателями, у них не будет юридической, скажем, они не будут юридическими лицами, да, но им также будет позволено быть представителями в своих регионах, требования к ним будут немножко мягче. Как я уже говорил, период времени, в течение которого им нужно будет делать товарооборот, те же самые 210 тысяч акций, 460 тысяч акций, это будет не месяц, а два. Вот. Но точно так же вы будете в дальнейшем заключать договор непосредственно с компанией Skyway Capital, в соответствии с которым вы сможете развивать этот бизнес и получать доход. Я вижу, у нас разные есть мнения в чате. Сейчас, наверное, мы разберем те вопросы, которые были озвучены в нашем чате. Вы, кстати, их сейчас можете писать. Сразу хочу сказать, что... один очень важный момент. Сейчас я вам сброшу сюда ссылочку, по которой вы сможете зайти на наш лендинг и зарегистрироваться, внести свои данные, после чего с вами свяжется представитель нашей компании и уже более конкретно говорит условия, да, то есть осуществит ту самую модерацию, о которой мы с вами говорили. И, кстати, представитель, как я говорил, требования будут более мягкие, но тем не менее любой представитель компании в своем регионе, он должен точно так же будет пройти модерацию, он должен будет ответить на целый ряд вопросов. Мы должны увидеть уровень его подготовки в работе с информацией о развитии нашей компании. Вот. И только после этого он сможет стать представителем. Я вам сейчас сбросил ссылочку, по которой вы сможете пройти. Это лендинг, на котором дан достаточно большой объем информации. Много из того, что я говорил сегодня. Кстати, непосредственно вот там на пакетах, которые были рассмотрены на сегодняшнем вебинаре, да, уровень вашего дохода, вот эта информация. Там есть кнопочка «Рассмотреть подробнее». Если вы ее нажмете, то вы увидите примерный расчет вашего дохода, какие пакеты вы могли продать, чтобы заработать эти деньги. Я вам рекомендую всем это сделать, а потом просто оформить заявку, внести свои данные, чтобы с вами могли связаться. Так, если акции продают и мне отдают часть денег, то какими темпами мы какие деньги наберем для строительства? Или это реально получается продажа пустого места и перераспределение денежных средств? Николай, ну давайте, вот это то, что я попробовал вам объяснить. Да, то есть компания Skyway Capital является официальным партнером и покупает у группы компании Skyway очень крупный пакет. Да, то есть в дальнейшем реализует, кстати, акции, непосредственно пакеты акций компании, группы компании Skyway. Да, то есть, как мы говорили, компания Skyway Capital в течение короткого промежутка времени в дальнейшем он предоставляет сертификат непосредственно корневой компании, что вы владеете тем самым пакетом акций. Вот. Откуда берутся такие проценты, я вам уже объяснил. Да, то есть мы делимся частью своей прибыли. И если говорить в целом, то любой вид бизнеса все равно он основан на том, чтобы получать какую-то прибыль. Да? То есть компания Skyway Capital – это независимая компания, у которой есть свои расчетные счета, у которой есть свой маркетинговый план, да, у которой есть свои источники дохода. Должна ли она зарабатывать деньги для того, чтобы оплачивать, например, труд своих сотрудников? Конечно же, должна. Вот. Но так как мы на старте, и это в принципе будет всегда, просто условия могут в дальнейшем по мере развития нашей компании – вот тот оборот, который спросил Александр, да, какие же нужно делать обороты? Вот эти четыре пакета, о которых я уже говорил. Первый пакет, когда у вас будет процент превышать выше 3%, да, это 210 тысяч акций в месяц ваше представительство должно реализовать. Эта сумма, по сути дела, равна 1000 фунтам стерлингов. Это небольшой объем.
Дальше 460 тысяч акций. Как только вы преодолеваете данный порог, соответственно, проценты от каждого проданного пакета акций у вас увеличиваются. Следующий 1 700 000 и 3 600 000. Я вот смотрю, Александр написал, что ссылка не работает. Вы знаете, вот прямо сейчас при вас нажму эту ссылку. Вот, и у меня лендинг загрузился. Попробуйте зайти в другом браузере. Попробуйте это сделать потом, да, то есть после нашего вебинара. Когда вебинар закончится, скопируйте эту ссылку в буфер обмена и в дальнейшем вставьте в тот браузер, с которым вы привычно работаете и так далее. Я смотрю, что Виталий Сергеевич написал, что ссылка работает. И у меня тоже все работает. Вот. Так, давайте пройдемся по вопросам, да? Я подниму сейчас вверх. Кстати, хочу сказать следующее, что вебинары касаемо открытия представительств, они у нас продолжатся на этой неделе. Этот вебинар будет завтра в 16 часов для тех людей, кто не успел побывать на сегодняшнем. Кстати, дайте, пожалуйста, информацию этим людям, которые есть вокруг вас, те, кто еще даже не является инвестором, люди из мира бизнеса. Они могут заинтересоваться в дальнейшем развитием данного бизнеса в своем регионе и могут открыть сразу же представительство в своем регионе. Юрий, я смотрю, это человек, который пришел и задает кучу вопросов, то есть сомневается во всем. Но это, в принципе, нормально. По поводу воздуха или не воздуха, мы с этим с вами уже говорили, да? То есть мы имеем дело с венчурным проектом. Вот. Кстати, многие вопросы уже сняты. И тот, кто пригласил Юрия, либо Юрию следует прийти на презентацию просто нашего проекта, немножко более подробнее ознакомиться с технологией. Зайдите на сайт www.unitsky.com, ознакомьтесь с технологией, почитайте те новости, которые у нас есть на сегодняшний день. Что технология уже сегодня близка к тому, что начнется реализация ее. Строительство практически в ближайшее время начнется экотехнопарка в Белоруссии. Я думаю, что большинство из вас знакомы с той новостью, что Анатолий Дардыч ездил в Объединенные Арабские Эмираты, и в ближайшее время это, скажем так, переговорный процесс будет развиваться, так что возможны инвестиции из достаточно богатой арабской страны, да, то есть и все это будет в ближайшее время. Так, динозавр написал, что что-то долго. Так, после вебинара договорились, ага, это переписка между теми людьми, кто кого друг друга пригласил. Так. Пока я вижу, то вопросы только Юрия. Ну, к сожалению, вот я смотрю, что Алексей написал модератора на чат. Вы знаете, моя цель – дать информацию. Всегда будут люди, которые в чем-то сомневаются, Алексей. Поэтому, наверное, надо дать трибуну высказаться. Да, я, кстати, не хочу сказать, что это плохо. Большинство людей, которые в первый раз разбираются с какой-то информацией, у них первое чувство, что их обманут, у них появляется чувство страха. У них появляется чувство, скажем так, я не знаю, беспокойства, да, и это касаемо не только проекта Skyway Capital, это касаемо чего угодно. Если человек первый раз садится на велосипед, он боится с него упасть. Поэтому я думаю, что, ну, высказываются люди, что значит, что с ними сделать. Так, тут я вижу вопрос, который задавала Маша. Максим, у нас есть представительство Skyway Invest Group. Для Skyway Capital тоже надо отдельное представительство. Вы знаете, да, как я уже говорил, очень важный момент, чтобы на территории вашего представительства отсутствовала информация о развитии какого-либо другого вида бизнеса. Я ничего не хочу сказать плохого. То, что вы развиваете бизнес Skyway Invest Group, это очень здорово, да, то есть вам самой нужно решить, какой проект развивать, потому что одновременно развивать два проекта, и когда к вам придут люди, и вы будете им предлагать, зарегистрируйтесь здесь, либо потом зарегистрируйтесь, либо здесь, это будет, наверное, нелогично. Опять же, поймите меня правильно, ни в коем случае не хочу сказать, что проект Skyway Invest Group какой-то не такой. Люди инвестируют туда средства, вы можете развивать его. Но вот есть, например, продажа автомобилей BMW и Volkswagen. Вы заметили, что нет ни одного салона, где продается одно и то же. Ну, на территории Германии, по крайней мере, да? Так, 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 так. У меня есть только вопрос к ведущему. Если есть пакеты по 600 рублей, а вот их уберут, если. Вы правда думаете, что люди из города, где средняя зарплата 7-8 тысяч, будут покупать пакеты за 10-15 тысяч? Николай, я вам хочу ответить следующее. Вы знаете, у нас сейчас есть минимальные пакеты, и когда вы перейдете на лендинг, да, и посмотрите, там расчет вашего дохода основан даже на пакетах, которые стоят 10 фунтов. Пока на сегодняшний день у нас есть эти пакеты 10 фунтов, это как раз-таки там порядка 750 рублей. Поэтому то, что у нас совсем пропадут малые пакеты, к этому ничего не, как бы, нас не подвигает. И компания Skyway
Capital как раз-таки работает на рынке микрофинансирования, где проинвестировать наш проект сможет человек, вложивший там 10 фунтов, в дальнейшем, может быть, это будет 30 фунтов, но это будут далеко не 10-15 тысяч рублей. За что такая цена? Не могу. Ну, это опять Юрий задает вопросы. Да, иногда бывают люди, которые задают вопросы в чате, думают, что ведущий успевает, скажем так, доносить информацию, давать информацию, которая есть на слайде, одновременно замечать те вопросы, которые пишут люди в чате. Вы знаете, ну вот я, наверное, не Юлий Цезарь, пока не могу делать три дела одновременно, а может быть и нет в этом смысла. Когда я начинал свой вебинар, я говорил, что на вопросы будем отвечать в конце. Спасибо, Максу, за информацию, то, что вы были в Минске, были в КБ, информация идет по плану. Я тоже был в Минске, я тоже видел людей. К нам приезжал Михаил Калантаров, руководитель, один из руководителей нашего, скажем так, научно-производственного уже предприятия в Беларуси, да? Так. Вот он не там. Тут люди в чате отвечают друг другу. Спасибо нашим активным партнерам, которые отвечают вместо меня. Так, бан Юру. Владимир задал вопрос, в чем отличие представительства от представителя? Как я уже говорил, то есть представительство, чтобы открыть, нужно быть либо ИПшником, либо, скажем, юридическим лицом, а чтобы быть представителем, этого в принципе не нужно. И условия для представителя гораздо более мягкие. То есть, вот опять же, сроки, да, те пакеты, о которых я говорил, там, в зависимости от проданных ваших пакетов акций. Представительству это нужно делать в течение месяца, представителю в течение 2 месяцев. Это все, кстати, будет реализовано в автоматическом режиме в вашем личном кабинете. То есть реально еще хочу повторить, вот таких условий, которые сегодня предлагает компания Skyway Capital, практически нет в мире MLM бизнеса вообще, а в нем существует там порядка 5000 компаний во всем мире. Маша, на вопрос я ответил. Так, ссылочку я дал. В группе будут записи вебинаров этих и лендинги эти. У меня планшет. Да, Александр, будет запись вебинаров. Сегодняшняя запись вебинара ведется, да? То есть вебинары, которые будут на этой неделе, тоже будут записываться. И доступность к этой информации мы вам максимально обеспечим. Про строительство и акции я сказал. Какими темпами мы наберем денег для... Так, я стану представителем в Чечне, буду развивать. Ну, хорошо. Станете представителем в Чеченской Республике, мы только за. Как я говорил, мы за то, чтобы представительства нашей компании открывались в тех странах, в которых вы живете. Да, то есть это может быть Западная Европа, это может быть страны СНГ, это может быть Республики Российской Федерации, там автономные округа и так далее, и так далее. Мы со своей стороны обязуемся максимально вам помочь. С информационной точки зрения максимально быстро подписать договор, осуществить вашу модерацию и в дальнейшем вас поддерживать. Да, Ирина Федоровна, вы можете работать без ООО и ИП, если вы будете представителем. У вас тоже будет договор о взаимодействии с нашей компанией. Там тоже будет прописан целый ряд условий, которые необходимо выполнять как нам, так и вам. Но можно осуществлять деятельность, будучи представителем компании в своем регионе. Так, Светлана из Самары. Здравствуйте, Светлана, мы с вами лично знакомы. Запись будет, да. Что с участком в Боливии? Вы знаете, с участком в Боливии, как мы говорили, это был перспективный проект. Опять же, Анатолий Эдуардович приехал и предоставил возможности, какие компания Skyway Capital, группа компании Skyway, точнее, может предоставить технологию. То есть там были инвесторы, там были люди крупного бизнеса, да, они рассматривают эту возможность. Готовы они будут инвестировать денежные средства, да, в тот участок, который был выделен? Соответственно, мы будем это делать. Какая стартовая сумма для открытия? Так, Ал, не знаю, Алексей либо Александр, мне трудно по двум буквам догадаться, как у вас полное имя. Как я вам уже говорил, вы можете заключить договор на открытие представительства, и даже если вы не выполните порог за месяц, не перейдете 210 тысяч акций, которые нужно продать, вы получите 3% от, и не более от каждого пакета акций, которые вы продаете. Как только вы перешагиваете рубеж 210 тысяч акций, а эта сумма ориентировочно 1000 фунтов стерлингов, у вас уже будет градация пакетом там, от 3 до 40%, да, например, это на первом этапе, а по мере развития вашего товарооборота и до 50 и более процентов, там 50 с небольшим. Правильно написала Ирина, что перейдя на лендинг, вы оставляете свои данные,
и с вами свяжутся и более подробно дадут информацию. В дальнейшем с теми людьми, с которыми мы поговорим лично, мы организуем еще мероприятие уже для непосредственно представителей. Подробно вам покажем, как личный кабинет будет работать, где вы сможете черпать информацию. Конечно, каждый из вас получит эту информацию. Мы в этом заинтересованы, максимально вам поможем. Так, как я понял, вопросов больше нет, поэтому я, наверное, на этом заканчиваю сегодняшний вебинар. Огромное вам спасибо, то, что были на нем. Всем вам рекомендую прочесть информацию, которая есть на лендинге, оставляйте свои данные, с вами мы обязательно свяжемся. Еще раз вам напоминаю, таких условий, которые предлагает сегодня компания Skyway Capital, нет нигде. То есть и это как бы вот меня, например, зажигает, придает еще больше оптимизма. И тем людям, которые сегодня примут решение стать нашими официальными представителями, не то чтобы я завидую, но тем не менее вы получите максимальный доход. Вот те цифры, которые вы сейчас видите на данном слайде. Поэтому всем желаю успеха. Отличного завершения сегодняшнего вечера. Вот, еще раз перечитайте информацию на лендинге, зарядитесь оптимизмом. И завтра вебинар по тематике открытия представительства будет в 16 часов, в четверг он будет в 19 часов, поэтому те люди, которые сегодня не охвачены информацией, что данный вебинар будет проводиться, донесите эту информацию. Вот. И мы всех рады вас видеть снова на этих вебинарах. Задавайте свои вопросы. Двигаемся вперед, развиваем проект Skyway Capital, помогаем группе компании Skyway реализовать свою технологию, чтобы в дальнейшем получать и дивиденды, и прибыль от продажи пакетов акций. Каждый решает из нас с вами. И всем вам еще раз огромное спасибо. До новых встреч. Запись вебинара будет выложена, я думаю, завтра. Всем до свидания. Спасибо еще раз, что были с нами.